Здравствуйте, девчонки и мальчишки! Через 2 недели, а это всего 14 дней, наш любимый округ отмечает день рождения! Прошло 90 дней со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа Югры, и мы поздравляем каждого югорчанина с нашим общим юбилеем! А сегодня у нас еще немного вопросов про Югру. Поехали! Первый вопрос. Столица Югры. А. Ханты-Мансийск. Б. Сургут. В. Когалым. Правильный ответ А. Ханты-Мансийск. Второй вопрос. Какая ягода растет на болоте? А. Малина. Б. Клюква. В. Клубника. Правильный ответ Б. Клюква. И последний вопрос. У какого хвойного дерева отпадают иголки? А. Ёлка. Б. Лиственница. В. Пихта. Правильный ответ Б. Лиственница. Ура! Вы прошли все испытания, и я вас с этим поздравляю! Теперь вы главные знатоки нашего любимого округа. С вами была Ботанка. Пока-пока!